Здравствуйте всем, здравствуйте зрители канала, здравствуйте Егор, меня зовут Саша, и я хочу показать свою тестовую тренировку и немного рассказать о своем тренинге. В зале я занимаюсь уже 1,5 года, и благодаря каналу Егора и его сайту я занимаюсь самостоятельно, без тренера. Я хочу рассказать о советах Егора, которые мне очень помогли в тренинге, которые я использую. Первое – это базовые упражнения в приоритете. Я, например, вообще не делаю упражнения в тренажерах, не занимаюсь, и не делаю совершенно кардио, только для разминки и для заминки. Второй совет Егора, который мне очень помог, это питание с учетом инсулинового индекса продуктов. Эти знания были мне очень полезны, и я даже думаю, что много тренеров совсем не знают, даже не знают, что это такое. И мне как кондитеру, я делаю диетическую выпечку, были эти знания очень полезны, я их использую. Третье правило – это снимать себя со стороны, никого не стесняться. Это помогло мне выучить такое сложное упражнение, как становая тяга, с правильной техникой и полюбить его, хотя я всегда его избегала. Сейчас на каждой тренировке я снимаю себя со стороны и просматриваю в перерывах между подходами, чтобы контролировать свою технику на протяжении всей тренировки. Сейчас я занимаюсь по программе Егора «Ступени». За тренировку я делаю всего 2 базовых упражнения, и я заметно повысила свои силовые показатели. Ну а сейчас давайте покажу вам свою тестовую тренировку. Я заранее хочу извиниться за неправильный ракурс картинки, так как я занимаюсь одна, мне приходилось просить прохожих снимать меня на видео, и люди машинально переворачивали камеру неправильно. Я уже заметила это потом. Ну а сейчас протестую тренировку. Мне интересно было ее провести, чтобы записать свои показатели, увидеть свои возможности и в будущем сравнить их. В тестовую тренировку входят 4 главных упражнения. Это приседания, жим лежа, подтягивание и отжимания на трицепс. Между подходами я отдыхала 10 минут. И, конечно же, делала специальную разминку перед каждым упражнением. А теперь о моих показателях. В приседаниях я подняла 38 кг на 10 раз. В жиме на грудь я подняла 26 кг на 7 раз. Подтягивание в гравитроне я сделала на 15 повторений с противовесом 54 кг. И жим от скамьи я сделала на 15 повторений. Следующую тестовую тренировку я проведу уже летом. Вообще, я хочу выразить большую благодарность вам, Егор, за ваш труд. Вы делаете большое дело, вкладываете свои силы в статьи и канал. И хочу заметить, абсолютно бесплатно делитесь информацией о правильном тренинге. Ну, это все. Хочу сказать всем пока и пожелать вам здоровья. Ведь именно за ним мы приходим в зал.